6 сентября в дежурную часть УВД по городу Сочи поступило сообщение от граждан о драке, произошедшей по улице Конституции. Сотрудники полиции по горячим следам установили всех участников инцидента. Ими оказались приезжие из соседней республики и местные жители. В тот же день полицейские задержали двоих участников конфликта. Это 39-летние и 41-летние местные жители. В настоящее время они привлечены к административной ответственности по части 2 статьи 20.1 Кодекса об административных правонарушениях. Сотрудники полиции продолжают проведение комплекса оперативно-розыскных мероприятий, направленных на задержание всех участников конфликта.